О, батарейки есть. Запомните лицо этой бесстыдной бабы, пожалуйста. Я тебя догоню сейчас. Иди сюда. Передашь привет камням? Чтобы сил хватило. Что, работаем, получается? Всем добра и безопасной, комфортной среды обитания. Прежде всего, с вами Виктор Семейнович Влог. Мы находимся в городе над Вольной Невой. Самый лучший зал на планете Земля. Это моя дочка. Дочь, привет. Передай привет. Это моя женщина. Ты будешь с нами снеговика лепить? Некогда ей такой хуйней заниматься, поэтому этой хуйней занимаюсь. Вообще всей хуйней в доме занимаюсь я, чисто старший по хуйней. Я подумал, по доброй традиции, каждую зиму нужно с ребенком осуществлять снеговика. На дворе 2 апреля, но снег еще присутствует, поэтому я, как всегда, человек, который вечно опаздывает и все делает в самый последний момент, 2 апреля, иду с дочкой на газоне, на котором, кстати, не гуляют собачки, лепить снеговик. Попробуем? Да. О, батарейки есть. Есть батарейка, присутствует. Данное видео выходит при поддержке бренда спортивного питания отечественного производства Big S&T. Big S&T обладает огромной линейкой разнообразных вкусов, а также всяческих спортивных, околоспортивных, вспомогательных веществ. Данную продукцию вы можете приобрести на Валберес, в Инстаграме или на сайте непосредственно Big S&T. Big S&T, благодарим за поддержку. Приобретайте, покупайте, употребляйте, дабы быть такими же красивыми и сильными, как мы. Спасибо, смотрим видео дальше. Чего говоришь? Снеговика хочешь нам ебнуть? Закатать. 2 часа у меня реально нету. А какой 2 часа? Мы сейчас 5 минут его полепим, и я пойду с это самое. Это знаешь, как говорится? Вот у Виктора любимое это. Вот если я чего-то не хочу, вот так как ты... бы это ни было, один фиг произойдет так, что я это захочу. Не то, чтобы я не хочу, но знаешь, как я с перцами, типа. Ага. Ну, я не хочу перцы, а ты мне говоришь, ну, пожалуйста, ну, попробуй, дай ветер. Нет, я с вами иду. Серьезно? Нет, в натуре? Чего, пожалуйста, чтобы я ушла? Не а ты была здесь одна с папой побыла? Да. Ну, слово ребенка, как говорится, закон, поэтому... Ага. Всего хорошего! Запомните лицо этой бесстыдной бабы, пожалуйста, которая бросает ребенка. С вами остаться, да? Или уехать? Вот наша площадка для снеговика. Вот моя дочь, вот забор. Так, рубрика «Для чего я тренируюсь?». Так, ну чё, ты чё, ты меня снежки кидаешь? Ну чё, начнём? Для начала нам нужно сделать действие следующего характера. Ух ты, нифига себе. Давай, короче, смотри. Смотри, веточка, сначала мы делаем чё? Делаем кругленький снежок. Кладём его на землю. Начинаем откатывать, чтобы на него нарастал другой снег. Да. Сейчас мы немножко это дело ускорим. Так. Видала, снежок растет наш. А зачем? Мне она пока не нужна. Может, пока куда-нибудь положить. А еще я не взял перчатки. Ну ладно, будем морозоустаиваться. Если что, сходим в зал за перчатками. Бежим за перчатками на перегонки. Я первый. Нифига, я догоню тебя сейчас. А ну стой. Я уже близко. Я тебя догоню сейчас. Иди сюда. Блять. Хорошо, что бесцельным бегом занимаюсь. Ой, ты... Я догоню! Мне осталось немножко! Блин! Опять я опоздал. Дочь, нифига себе! Что, получается? Да. Молодец! Очень круто! Нам 3 таких штучки надо будет сделать. Одну внизу самую большую. А наверху самую маленькую. Ты такая сильная. Сейчас помогу. Дочь, что у нас получилось тут? Тяжелый? Да. Еще катаем? Я хочу залезть. Залезь, давай построим, залезем.
Короче, первый шар есть. Вот он. Дочка просит на него залезть, помочь. Помогаю. Держись. Короче, тяжелый получился. Вот такое вот основание. Блин. Сейчас я его немножко откачу сюда. Теперь бы сил хватило второй шарик поставить на первый, потому что, ну, видите его размер. Он такой неряшливый, грязный, стратый. Все как я люблю. Сейчас будем второй катать. Так, вот такой второй шар получился. Что-то он не особо меньше. Короче, мой рекорд в поднятии камня атласа — это 160 килограмм. Сейчас, наверное, поменьше, потому что я не особо этим занимаюсь. Но свои 140 поднять должен. Сейчас попробую эту штуку поставить сюда. Если не получится, позову Саню Корягина. И чтобы вам хоть чуть-чуть было видно, единственное, блядь, место найду. Сейчас попробую, куда поставить, чтобы тоже могли насладиться моментом. Сейчас поставим вторую и залезем. Ну что, пробуем? Все пошло не по плану. Сейчас катаем новый. Короче, сложность заключается в том, чтобы его поставить один на другой, потому что он довольно тяжелый и рыхлый. Вот, это как-то в один прием бы аккуратно сделать. Давайте попробуем быстренько. О, здорово, матрас. Нихуя себе. Пойдем поднимать. Что? Ебай, матрас пришел. Как чувствовал? Смотри, я снеговика дочь. Нихуя матрас, ты мастер спорта по снеговикам, что ли? Того. Нормально, спасибо, мужик, спасибо. Давай. Ну чё, дочь? Третий сейчас будем делать. Блять, какой убогий. Так, аккуратно. Ну чё? Привет. Передашь привет камням? Скажи привет камни. Понятно, это на кошачьем. Ты котик? А, ну, ладно. Короче, делаем голову. Не, третий сейчас будем делать сначала. Потом залезем, да. Так, это лишнее. Это не нужно. Смотри, что у нас получилось, моя хорошая. Сейчас вот эту штуку погрузим туда наверх. Постараюсь сделать это аккуратно. И постараюсь, чтобы вам тоже видно было. Аккуратненько. Он меня съел. Осторожно. Всем добра и безопасной, комфортной среды обитания. Прежде всего, с вами Виктор Рич Бичевич Свэк. В общем, напоминаю, что также у меня присутствует своя авторская коллекция ювелирных украшений, представленная в серебре, золоте и не только. Собственно, это колечки, всевозможные сопутствующие товары.
сережечки, подвесочки, которые отражают нашу атмосферу и стиль. Поэтому, если вы располагаетесь финансовыми средствами, а также кайфуете от нашей движухи, милости просим, заходите, приобретайте. Есть на всех маркетплейсах. Отличный подарок себе и близким, если не знаете, что подарить. Благодарю за внимание. Смотрим видео дальше. Папа, можно снег поесть? Снег поешь? Да, только чистый выбирай. Беленький. Да, этот чистый. Так. Вот это что-то лишнее, наверное. Поднимаем мешки с песком у людей, чтоб лепить больших снеговиков. Что, полезешь наверх? Сейчас я его укреплю вот здесь. Сначала, и потом тебя посажу. Договорились? Что кушаешь? Снег? Вкусно? Да. Напишите в комментариях, разрешаете ли вы своим детям есть снег. Мы, в принципе, не препятствуем. У нас вообще в рационе много снега и льда. Она очень любит лед, любит хавать снег. Договариваемся только, чтобы снег был чистый. Ну и как бы не огромными порциями. То есть аккуратно, по чуть-чуть, рационально. Видите, что происходит? Ребенок обожает. Ну, как бы я пришел как-то в садик за ней, мне такие: а ваша дочка ест снег. Я такой: ну здорово, что? Она такая: в смысле? Я говорю: ну и что, снег что ли в детстве не ели? Такая: ну ел, конечно, мне запрещали. Я говорю: у вас ест, мы не запрещаем. Я говорю: смотрите только, чтобы этот чистый ел. И втихаря, чтобы другие не видели, а то ругаться будут мамки других детей. Ну как? Ешь? Как там, хорошо видно? Страшно? Нет. Высоко? Да, это не боюсь. Ну ты, да, это аккуратненько побойся, я сейчас пофоткаю. Бля, снеговик, конечно, убогий, грязный, но зато большой. И дочке высоко сидится, снег вкусно естся. Так, надо ему что-то с глазами намутить, с руками, что ли. Тут вот есть ветки какие-то. Короче, я решил взять за, межсезонный гештальт. Каждую зиму обязательно с дочкой лепить снеговика. Обязательно. Сейчас не зима, к сожалению, но мы вроде успели весной вот лепить снеговика. Разок в год хотя бы кататься на лыжах, разок в год кататься на коньках зимой. Летом тоже всяческие активности. На море там может ездить и так далее. Вот, то есть хочу, чтобы это было доброй традицией. Осенью за грибами ходить обязательно. Тоже видяшечки подснемнивать. Короче, хочется, чтобы были такие ежегодние, ежесезонные традиции, чтобы проводить их вместе с семьей. Радовать контентиком, как бы приятненько это все осуществлять, потому что приходит понимание того, что типа у меня такая довольно насыщенная жизнь, я ни в коем разе на нее не жалуюсь, но как бы я не так много провожу времени с семьей там, с дочкой, вместе там с семьей, с дочкой. Вот, это как бы редкие, скорее всего, исключения из правил. Нифига себе. Вот, а жизнь проходит, вот. Она у меня проходит интересно, насыщенно, круто. Но нужно, чтобы там было больше семейности. Поэтому буду стараться снимать для вас тоже, для себя, опять же, проводить время, ну, как бы комбинировать все, функциональность во всем. Там пример показывать, себя подстегивать. Эй, ты что кидаешься? Я тебя сейчас опять туда посажу, на снеговика. Вот. Короче, снеговик залепился довольно быстро. Хорошо матрас помог эту штуку поднять, потому что она разваливалась. На дерево, конечно, можно. Давай на это. Давай, иди сюда. Так, что, вот сюда нормально? Давай. Это не высоко. Хорошо. Это вроде не очень высоко. Держишься? Да. Давай, залезай. Боишься? Сейчас я тебя посажу. Боишься высоты? А ты же котик. Котики же не боятся высоты. Я боюсь, я все маленький котенок. Маленький котенок, ты моя зая. Ну ты не бойся, я тебя поймаю в любой момент. И тут не очень высоко. Снять? Да. Без проблем. Я учу снежок. Да, снежок упал. Стряхнешь? Не, не могу. Не может. Так, ну что? Кто тут у нас? Мама.
Мама! Что купила? Офигеть, у вас снеговик, конечно. Ну да. Вета на него залезала. Ну все, отдаю дочку. Иду в зал дальше трудиться. Дочь хочет мультик. Маме надо делать дела. Папе надо делать дела. Мы ни хера не успеваем. Но нам весело. Сейчас дом посмотришь. Снеговик шикарный. Праведный гундиш. Грязный такой прямо. Я ветку на него сверху посадила, она посидела. Понравился снеговик или не? Не понравилось. Я хочу еще глаза такие и носик. Да, мы не взяли ни морковку, ни глаз, да, никаких. Угу. Я забыла. Ой, пап, поенись. Да. Да я котятик. Да не, вроде нормально. Ой, ну, хотите съездить за морковкой? Да нет у меня времени. Нету, нету времени никогда. Ну, посмотри на камеру. Да, посмотри, конечно. Вот так можешь посмотреть, чтобы тебя было видно. Кстати, тут. Вот. Это вам место прощания. С 21 по 27 августа проект Blood Triple следует на Алтай. Ежегодное событие. Прежде всего, мы вам предоставляем безопасную и комфортную среду обитания, трехразовое питание, трехразовые тренировочные процессии, прекрасный досуг и еще небольшой сюрприз. С нами едет Акимба 69 и директор школы дракона «Дыхание смерти». Это значит, что мы будем убивать не только ноги, но еще и руки. Все подробности можно почитать, пройдя по ссылке по этим видео. Спасибо за внимание, смотрим видео дальше. Короче, вот так вот на фасте, вот так на шуроляхе отбомбил снеговика. Да, без носа, да, в апреле. Ноги шталь закрыл, стало немножко легче. Трудно, на самом деле, с таким ритмом жизни еще там быть, там, типа, хорошим папой, там, все, короче, успевать. Семейные ценности, но я это очень уважаю. В принципе, не то чтобы пропагандирую, но как бы стараюсь показывать, что как можно. А, главная мысль, ну, наверное, главную мысль сказал, скажу еще одну. В общем, на самом деле, как бы это сформулировать? Сформулировал. На самом деле, не стоит сильно себя корить за то, что вы, допустим, не можете провести с ребенком столько времени, сколько бы хотелось. Пиздец, очень тяжело рассуждать на такие темы. С железом, с гирями намного проще. Какой посыл? На самом деле не стоит себя как-то сильно там корить или там ненавидеть, или считать, что вы там плохой отец, если вы не можете провести с ребенком столько времени, сколько того требуют какие-то, возможно, ваши внутренние желания или какие-то там идеализированные качества. Важно в любом случае его проводить даже минимально. Ну, во-первых, прежде всего нужно, чтобы у ребенка был папа. То есть я считаю, что у каждого ребенка должен быть отец, у каждого ребенка должна быть мать. Понятно, бывают разные ситуации, несчастные случаи и как бы какие-то неприятные ситуации. Но в любом случае самое ценное, что вы можете дать ребенку, это как бы полную семью. Поэтому обращайте внимание на такие моменты. То есть ответственно подходите к некоторым моментам и проводите хотя бы минимальное время с ребенком, то есть что-то делайте, хотя бы чуть-чуть. Вот, хотя бы немножечко, хотя бы чуть-чуть, потому что, блядь, потому что я не привык еще к GoPro-хе, потому что это очень важно. То, что это очень важно, это очень нужно для ребенка. Ничего страшного, если вы для ребенка будете занятым отцом, который там вечно в разъездах или там мало вас видит, если у него отец карьерист. Главное, чтобы видел, хотя бы чуть-чуть, мало провели время, но хоть сколько-то. Объясняйте ребенку, почему вы не можете провести много времени, то есть, допустим, столько, сколько бы там, допустим, хотелось. То есть, ну, как бы в любом случае выделяйте время, но как бы сильно себя не дубасьте за то, что там не получается что-то. Вот, очень важно быть кормильцем в семье, зарабатывать деньги, там еще что-то, чтобы дома все было, чтобы у ребенка все было, чтобы можно было там все позволить, чего у нас не было, допустим, как там дядя Вася Вакуленко пел, наши дети должны жить лучше, чем мы. Вот, я, собственно, стараюсь жить по такому принципу. Не говорю, что у меня было что-то там плохо, еще что-то, ну, пожестче было, но, тем не менее, как бы я благодарен своим родителям за то, что как бы у меня была возможность появиться на этом свете. Вот, соответственно, сейчас работаем над ребенком. Короче, немножко сумбурно, немножко скомканно. Хотел какую-то, не знаю, умную мысль сказать, но тяжело. Вот, может быть, что-то до вас донес. Короче, любите своих детей.
проводите с ними время, уделяйте им внимание, не бросайте своих детей, самое главное. То есть, иначе... Ой, тяжело, пиздец. Как-то так.